Анжелика Варум дала откровенное интервью на телеканале «Дождь». Популярная исполнительница откровенно рассказала о пенсии, бизнесе и о том, как неизлечимый недуг пошел на пользу ее финансовому благосостоянию. В самом начале передачи ведущая Наталья Синдеева призналась, что для нее разговор с Анжеликой Варум отдушина. «Ты знаешь, я поняла, что я хочу просто такой женский разговор», — сказала она артистке. Синдеева начала беседу с того, что вспомнила о юбилее Варум. В это сложно поверить, но популярной исполнительнице в этом году исполнилось 50 лет. Сама певица свой возраст не скрывает, как и способы достижения великолепной формы. Анжелика Варум призналась, что является одной из тех, кто в общем поддерживает постулат, что лень – это двигатель прогресса. Она объяснила, что начинает заниматься спортом только тогда, когда ей не нравится отражение в зеркале. Вот до этих пор в ход идет все стейки, гамбургеры и прочее, и прочее. «Я очень люблю покушать», — призналась певица. Впрочем, возраст все же оставляет свой отпечаток.